Леша уже раззнакомился с друзьями и обзавелся туда. Да это все, это все. Что вчера? Мама еврейка, папа. Еврей. А я египтянин, да. Кого лебедя нам слепили. Я свечусь. Идем купаться. Оставайтесь, но вам еще куча всего будет много интересного. Классно вообще. Для лучшей девушки, лучший коктейль. У-ху! Али, вот. Да, сейчас, подойди. А тебя что, потолкнуть чешу? Давай. Ненормально. Я говорю, если бы ветра не было, было бы нормально. Сейчас нам пинаколада нашу. Супер. Все одной красивой девочки. Ой. Помогите. За отдых. Я бабочка. Бабочка, объясните. Я бабочка. Я могу. Я сумасшедший. В Украине самые красивые люди. Нет, в Украине не самые красивые. Самые красивые. Да. Самые красивые и сексуальные. Точно. Я украинка, она татарка. Дети. Да. Это ее дети. Муапы. Есть. Фу, твой жомник вот это вообще. Ты араб, что ли? Тебе уже хорошо? Да. Если мы together все, сразу все, вот это за 25 долларов, все... Так сам ты же не видите, что мы знаем. Давай писай уже и... Мужчина! Мужчина! Спасите, помогите! Прекрасное море. Али, оп! Так, а это основной бассейн, да? А где-то туалеты. Покушаем. Что хочется все снимать и показывать. Ну что, если уже снимать, то все. Вот это туалет возле пляжа и ресторана, который на пляже. Вот, довольно-таки свиный туалет. Вот она я. Красотка. Смешная. Чем нас здесь кормят в этом ресторанчике?
плечевная шкурка. А салат, фрукты будем брать? Салат надо куда-то. Вот еще вот такие фрукты. Овощи. Вкусно? Я уже вторую взял себе. Печень. Значит, вкусно. Очень вкусная вот эта курица в пите. У них называется она сэндвич. И картошка фри очень вкусная. Не такая, как с Макдональдса, что через 5 минут пластиковая. Это очень вкусно. Ням-нямка. Ты в номер уже? Я не свежий, Ты не видел? Это агава? Не пробовал. Да. Надо попробовать финик. Свежий. Я думал, это маракуйя какая-то. Оно очищено или нет? Ешь, все. Сладкий? Ну? Это слива, да? Не, на сливу не похоже. Я думаю, что похоже и с сушеным фиником, только просто это свежее, а то сушеное. Такой же. Ну что, как тебе финики? На сушеное, да, и похоже. Отличие только за то, что это свежее, а то сушеное. А вкус одинаковый. Сочнее. Финики как финики, да? Морги? No. Yeah. Thank you. Very delicious. Что ты сказал? Very delicious. Очень это вкусно. Что? А, да? Ну ладно. Мы здесь обедали сегодня. Возле этого основного бассейна, который возле центрального помещения, где мы кушаем в ресторане. И завтраками, и обедаем. И что мы там еще ужинаем. И тут же бассейн. И куча трехэтажных домиков с двухэтажными домиками в одном стиле все. Людей нормально. Ой, если бы вода была бы теплее, да? Да, если бы еще и ветра не было. Да. Все было замечательно. Но людей, видишь, сегодня больше, чем вчера. Потому что вчера был сильный ветер очень. Песок гнал. Вчера была песчаная буря. А тут, смотри, водопадики. Класс. Там на пляже анимация, музыка, люди развлекаются. Не надо. Давай, Леша, макарену. Загорают. Нужно просто загорать. Надо кремом, потому что чтобы вообще не загорала сарафаны, таки была. Но луна видна, а на камере не видно. Тут тоже бассейн, водное поло и бар. На камере домики вообще какие-то желтые, а так они больше рыжие.
первый китайский. Ой, пойдем немного в номер, отдохнем, да? Красивые цветочки. Интересно, вот эти деревья, что голые стоят, они к лету типа листьями должны покрыться. Сцена. Такая территория. Вот это сейчас дорога. Такая вот красота. Постриженные деревья красиво. А вот если бы ты меня не знал, сколько ты бы не Вот еще развилочка, там дома, там дома. Очень много домиков. Дальше еще домики. Интересное дерево. Сегодня стригли кустики. И там кустики стригли. Хочу потрогать эту травку. Боже, она ж как ковер. Боже, она мягкая такая, Лёша. Как ковёр, ты пробовал? Класс. Да, наверное, специальный сорт какой-то травы или что. Класс. И на машину третий этаж. Вот сколько тут номеров. Вот тут сегодня стригли и газоны. Ну, кусты, эти тени шикарные, зеленые. И сам газон. И такая вот линия от этой осталась. Газонокосилки. Ой, я уже запахалась. Там в теннис большой играют. Прикольно. Ой, какая красивая. Медвежоночек. Мы с другой стороны как-то вышли. Тоже возле отеля. Куча домиков. Ой. Тоже в поисках банкомата. Вот наш вход. Стелла. Бич Ресор. Кустики. И солнышко там. Красиво. Солнышко. Сколько осталось километров? Вон уже вход центральный, я вижу. Через километр. Короче, мы в поисках банкоматов. Непонятно, куда зашли. И теперь мы попали в настоящий. Это какой-то гетто возле нашего отеля. Фу, что здесь воняет? Тут, наверное, гимно перерабатывают. Все какашки тут сквозь. Что-то мы идем к какому-то банкомату, но я не уверена, что он там есть. Там сейчас уже будут пулеметчики. Перерабатывающая хрень. А теперь надо перелезть через этот забор. Неожиданно, но факт. В поисках банкомата путеводитель нас отправил аж сюда. И это все на территории отеля. Это то, что скрыто от туриста. Интересно. Территория. А потом... Ой, там... Смотри, заброшенка. Реально заброшенка. Может, пойдем
другому банкомату. Может, вернемся и поедем на бусике. Сейчас нас тут вкрадут. И будут у Саши с Максом выкуп за нас просить. Да, да, да. А у Макса денег нет. Там уже пустыня. Там уже курганы пошли. Наверное, аж в тех домах в банкомат. Вечными пьяными. Там за курганами. Там за курганом. Вот, наверное, где-то здесь. У нас банкомат. Что, она здесь? А там эти, понял? Такие работники. Вот тут забор поставили, видишь? Неожиданно. Был, да. Тут был проход. И, наверное, аж в те там. Ну его нафиг. Пока аж ветер поднялся. Слышали этот аромат духов? Леша, беги, а то начнешь опять рыгать. Вдыхай, Леша, вдыхай. Кто насрав? Да ладно. Фу, Леша. Не спасибо. Должен быть какой-то контраст уже отдыха. Ёпта, думали они. Какие интересные домики. Вообще, здесь банкомата мы не нашли. Солнышко садится. Какие пальмы красивые вообще. Все, мы уже пришли. По пляжу пойдешь? Туда же? Туда же, не по пляжу. Там, да сейчас на ту синий бусик сядем, да поедем к банкомату и снимем. Да? Миша, шоп, у Миши. Самая низкая цена. О, ну все, тогда все, придем посмотрим. Я дома. Хорошо. Вот. Какие шипы. Как тот говорил, Миша, Максим, какой Миша, Максим, Захар, Ахмед. Лёшка, давайте сфоткаю возле этой пальмы, смотри, какая она классная. Это возле Турции была у меня возле пальмы, фотка. Какая она тут. Грязная, не трогай руками, пыльная. Пыльная. Это семена, наверное, цветет. Такая. Какая красивая куиточка. Вот центральный вход. А ты куда, Лёха? Кстати, а вот вечером вот так вот освещается эта лампа. Фонтанчик. Ну что же, 5 часов. Вот такая погода, атмосфера. Ну, вообще ветер еще тише стал. Так спокойненько, красивенько. И девочка слушает музыку. Цветочки. Красивые цветочки. Смотри, какая красота. А мне уже чуть-чуть мордочка загорела у меня. Смотрите, как красиво. Красиво. Класс.
очень атмосферный. Блин, это классно. Очень нравится. Прямо все хочется фотографировать, снимать видео. В разное время суток очень так освещение разное. Необычно так. Каждое время суток имеет свою красоту. Класс. Очень красиво. Урны смешные. Смотрите, какая красота. Вообще класс. Вот оно все цветет. Настоящее, живое. Вообще, как можно пройти такой мимо красоты? Надо будет сделать фото с ними. Класс. Ну, вообще красотень, красотень низкая. Такой вот куст. Посреди аллейки. Класс. И вон тоже такие вот кусты. А деревья как пострижены, посмотрите. Это же произведение искусства. Все ровненько, четенько, красивенько. Какая красота. И тут фиолетовый, восковый, не знаю, как оно там называется. Очень красивый цвет. Да, и вороны тут тоже есть. Очень красиво. Беленькие. Пальма, конечно, еще волшебная. Китик, привет! Привет! Такой большой, огромный. Вот так вот взял и пометил. Все, метил территорию. Красота. Блин, какие они классные. Ты куда? Смотрите, луна. Пляж. В сумрачное время. Вечернее такое. Красиво коты бегают. Красота. И походу я потеряла наших. На этом сердечке сегодня фотографировались. Тут прям на берегу, на пляжу кальянная, судя по всему. И я опять не вижу наших. Лежачки. Не, где мои, алло? Куда кальян? Смотрите, и дальше продолжаются домики. Что-то не поняла. А, вот бассейн, где мы купались. Травняют все. Очень красота. Душевая. Открытая. Класс. Нема никого. А где наши? Там вот. Домики. Наверное, в них тоже жить можно. Люди ходят. А, вот спа. Вот. По идее, наши должны быть там. Так, пока все фотографировала, снимала цветочки, то и потерялась я. Где тут вход? Атоша, там тренажерный зал. Ну, так и есть он, тренажерный зал. Может, мне уже пора после дегустации еды. О-о. Не, ну что такие? Вот именно. Шитой блогер. Все познимала там. Каждый цветочек. А что массаж? Ой, Денис уже делает массаж? Вот пошел банкомат.
куда мы идем? Ну, туда посмотрим. Можно там пройти туда, например, другой? Там да. Вот эти домики, и, наверное, там живут люди. А куда вы идете? Куда ты пошла? Еще одна. Изучаем территорию. Ты куда пошла? В рассыпную. Подожди. Тут интересно, домик и дворик. Птышка. Ух ты. Прикольно. А Денис к банкомату пошел? Да. Да, и через неделю забираем его от будуинов. Вон он уже. Не пролез. Банкомейшн. Так что он так не захотел с нами на бусике поехать. А, смотри, он пошел. Пошли с ним. А ну пошли проверим. Поиски банкомата продолжаются. Мы загребли через пляж в соседний отель. И, кстати, очень тоже симпатично. Смотрите, какая красота. Тут все беленькое. Класс. Ух ты! Как же этот отель называется? Смотри, как красиво, да? Ой, какое тут все прямо белое. Ой, класс! Слушай, как интересно. Класс. И вот так вот мы выйдем через пляж, пойдем к нашему отелю. Класс. Ура, мы нашли банкомат. Оказывается, я все это время не снимала. Зашли в помещение этого отеля. Тут такая красота. Смотрите. Вот так интересно сделано двориками. Там магазин. Тут ступеньки. Уже красиво так. Там видно ресторан наверху. И тут ресторан. Птышка. Класс. В красивом стиле, тоже все светленькое, беленькое. Тут такая красота, как винная комната. Обалдеть! Стена, и тут вода течет. Офигеть, как красиво. Статуи такие. Очень красиво. Там так красиво. Там есть стена, и по ней вода течет. Смотрите, как красиво. А небо какое? А? Какая красота. Все.
Смотри, как офигенно. Мы идем вот так вот через бассейны и туда выйдем к пляжу. Так мы идем на пляж, чтобы не через персонал пойдем. Смотри, какая красота. Видишь, тоже красиво так сделано, да? Что оно все в белом стиле. О, открыто, пошлите в гости. Вот тут такие пальмы. Интересно. Ого! Смотри, как здесь красиво, Лешенька. Надо... Смотри, как здесь красиво. Вам шахматы. Нужно сюда с Ксюхой. Срочно. Я уже готова, жду. К банкомату. Хорошо? Так ты же сказал, чтобы мы уже не шли. Ты же сказал, чтобы мы не шли уже. Понятно. Зря вы с нами не пошли, тут красиво. Короче, 12 метров, кстати, нету. Пойти, они за мной увязались. Почему? Хвостиком. Луна. Класс. Жмет? А, так, так бегите, он вас ждет. Меня не ждет, я если... Так Саша Журанов пришел, он же лицо его видел. Ну, у нас есть доверенный представитель. Так, вот территория тоже красивая. Неправда. Соседнего отеля. Шикарно. Там... Короче, тоже... миссия выполнена. Банкомат нашли в соседнем отеле. Хорошо, найдем. Красивенно. Вот, вот, вот это межа между нашим отелем и между тем отелем. Уже такой пирс, там или бунгало, или домики. И смотрите, какая красота. А на том берегу светятся еще дома. Очень красиво. Так быстро стемнело. Ладно, побежала я за нашими, а то опять потеряюсь. Ой, подождите! Помогите! А там, походу, зал тренажерный. Точно, точно. Ой. Любишь, да? Все, теперь мы ужинаем. С постоянной культ еды. Позаглядываем в тарелочки. Вот это правильно. Значит, это кальмары. Ягненок. Какие-то овощи. И тут небольшая курочка гриль. Спрайт и красное вино. Всем приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Вот кустики ночью освещаются так красивенько. Мы отужинали. Идем домой. Бассейн. Идем до дома, до хаты, до нашего человечника. Ну, кстати, хорошо, что нам на первом этаже не дали. Чего? Ну, что прикольно, вот это, люди там сидят. Но...
А тут ходят. А ты лазишь и видишь. Ну и голенькие нельзя походить. Кстати, да. Массажку другую делаешь. Ну, сейчас смотримся в камеру, идем прямо и прямо в бассейн. Все, до следующего дня. Завтра нас ждут новые приключения. Мы едем в аквариум. Океанариум. Да-да-да. Ждут завтра новые приключения. Так. Чуть не заблудились в этом человечнике. Точно, это наш, нам сюда. Они все одинаковые, заблудиться можно. Это ж треба таки. А вы где? Вы не поверите, но мы таки заблудились. Мы зашли не в ту хату, не в то парадное. Не в ту секцию. Это все эти чудики с уголовом. Опять это зарядка перед сном. Спускаться и подниматься на третий этаж. Делаем тебе контент. О, как ты. Ты заняешь это. Ну вот там, видишь? Все, мы нашли нашу хату. Ну это не точно. Именно так. Что значит тут более 6000 номеров? Нет. Да. А что, они неожиданно начали с 6000 сразу? Не, ну пятая секция. Четвертая секция. О, все. Надо бранить, Дип. Ты уже голенький? Все, good night. Бачите, какие вы лебеди. Так, что у вас тут в вашей хате? Я и ваш еще номер не снимала. Дуже гарно. Смотри, какой лебедь у нее на кровати. Так красиво, ты не видел? Да я проехал. Поехали. Так тепленько у вас. Денис тут раскочегарил вот это, вот бегал, дышал голиком. Все, спокойной ночи. Спокойной ночи. О. Вот видишь, мы ближе к магазинам живем. Это наш? Да. Все, мы пришли. Доброе утро следующего дня. Мы на завтраке. Сегодня у нас ждут приключения. Вот, я сегодня на фруктах. Кофе. И тут сосиски, яичница. Шум такой. Такой стиль интересный. Сейчас оладьи загадочно. На ковре вылетит. Вон оттуда. Вот туда, да. Оладин вечер с горочкой. Хурга да мир. Наконец-то приехали. Что за тетя? Все, мужчина, отойдите. Ну, а ты так, наверное, делают. Ставят такие штучки. Тут еще. Красиво. Красота в деталях. Такие сисяу сделали нормально. Это тут детская тематика. Kids. Все, Симпсоны. Это что, за девочка инвалид? Пипи. Дорины. Ну, погоди. Очень. Ты верблюд кататься будешь на тебе?